Сочевичане, разумеется, те, кто в большом количестве приехал поддержать. Дэвидом Бекхэмом просто боготворят в Японии, и Бекхэм, Дэвид Бекхэм. Восьмой Пол Скоулз, десятый Майкл Оуэн, один, как говорится, под ним сидит запасной Робби Фаулер. Лишь одно изменение, лишь одна неожиданность. Место Жунинью. Игра началась, слева от нас с вами футболисты сборной Англии, белые футболки в линиям, здесь похожая картина. Бекхэм подает, и очень будет Дэнни Милл. Один из немногих футболистов сборной Англии. Но посмотрим, как делает это сам Бекхэм. Подача, ну, сетки, на мой взгляд, бил защитник. О нем говорят, как о новоявленном герое английского. И удар по воротам. Похоже, может, вы узнаете, почему Эмерсон не попал в состав. Тем временем бросил Ривалдо. Ривалдо неожиданно развернулся. Пас Ривалдо. Ривалдо бьет в фланге. Атаки сборной Англии на левом фланге сборной вновь достойных поражений. Пора с этим кончать. И многое другое. Тем временем бьет Скоулз. Неожиданно. Преимущество. Но ближе, чем к линии штрафной. Сильное ее. Вот их противоборство. Фернандиньо называют футбольным Майклом Да. Но бить будет. Конечно, не так, как нужно было ворной. Подача на вратарскую. Только когда против него играет жестко персонально. Комбинирует на левом фланге. Кески слева навешивает. Могу ли вот мячом сейчас Роналдо. Идет. Центр полузащиты. Милс навешивает на воротах, уже атакуют бразильцы. Роналдо играет с Ривалдо. Роналдо бьет его под удар Роналдо. Роналдо из Интера на ваших экранах. У англичан все. Бельгийцы не сделали голевую передачу Роналдо, когда второй мяч. Хотели повторить, вот это сейчас у Ривалдо. Но Ривалдо есть и... Оуэну! Оуэн! Ошибка защитника! Оуэн забивает мяч! Какая ошибка Лусио! Какая ошибка защитника сборной Бразилии. Кески делал, конечно же, хорошую передачу, но на турнире такого уровня защитник и тренер ликует вместе со своими коллегами. Англичане остались. Пошел в обыгрыш против него. Талантливый молодой Шликол. Как держит мяч, какой цепкий Роналдо. И удар издали. И вот уже Оуэн играет с Бекхэмом. Бекхэм. Как жестко до Луиза Филиппе Сколаре. Бразильцы не играли так жестко. Бекхэм с мячом. Готовится к удару. Наносит. Не было ли нарушения? Второй мяч. Майкл забежал за спину Роберто Карлосу. И как опасно. Но Кески решил пробить поворотом. Если это не была, которая выиграла все матчи по ходу турнира. И какой удар. Здесь ничто, ничего не свалилось. Просто так мощную дуэль Джилберто Силва. Один шаг дальше финала. Это значит победить, выиграть. Роналдиньо своей активностью на правом фланге. Джилберто Силва пошел вперед. Клеберсон бьет. Хорошая английская защита. Роналдиньо на Кески. Кески одним движением прокинул мяч. Красиво оставил мяч Роналдо. Кафу может пробить. Идет низом. Фаулер готов выйти на поле. Бастел. Снова в ногу Кэмпбеллу. Подача. Барабаны. Понять Кафу. Кафу навешивает. Недогарнос. Ох, как дают бить. Мяч попадает в затылок. Клеберсон навешивает. Это Ривалдо. Кстати, у Дэвида новая прическа. Он Виктории Бекхэм нет.
Чита Бекхэмов ждет брос. Мы сели, обсудили и немножко его прическу подкорректировали. Руди Фёллера. Руди Фёллер, тренер сборной Германии, сказал, что чемпионат репортажа сегодня в непривычных майках, непривычных футбол. Створ ворот. Бразилия 3, Англия 2. Филиппе Рамос Рисо. И я, наверное, повторю защитника сборной Англии. Очень опасно для бразильских ворот. А Билл играет с Роналдиньо. После блестящего прохода сейчас будет бить штрафной. Подача. Ох, какой гол! Этот гол, эта ошибка Дэвида Симена войдет в историю мирового футбола. И она же войдет в историю самых печальных моментов. Сыграл Эшли Коул. Пас в направлении Оуэна. Оуэн. Слева идет Роберто Карлос и бьет. Дошел до Хески. Хески. Первый свой, первый мяч. Там, по-моему, все-таки не отказываюсь от своих слов. Но вот всякие... Так, бразильцы сравняли счет. Ну, а сейчас Бекхэм подает. Им Роналдиньо. Но пас Ривалдо. Раз. Разбег. Удар, мяч. Ему помогают канадец Гектор Вергара. О! Ах, как здорово играл Роналд. Антигерой сегодняшнего матча. И вы знаете, дело убеждения не было в сегодняшнем матче. И вот сразу идет Ривалдо. Пытался гол. Минут позади в этом матче. 2-1 бразильцы. Очень хорошо. Это пенальти, не... Но... Вы знаете, что не было в пользу Англии. Ривалдо показали красную карточку, и он был удален с поля. Бекхэм. Ворот. Роналдиньо забил. Роберто Карлос бьет сзади. Может быть, Кафу не будет так безоглядно бежать вперед. Играется с Коулзом. Коулз. Это был на... Как Милс врывается в штрафную. Так, обошел. По-моему, это ему противостоял Рокки Джуниор. И пробил по воротам. Роберсон. И опасно. Милс все чаще и чаще идет в атаку. Бекхэм падает. Леберсон. Все было хорошо. Открывается под эту передачу. Рядом с ним. Это Скоулз, партнер Батом в полузащите. Подача. Но это была очевиднейшая ошибка Лусию. И не воспользоваться таким моментом. По счету, это не чемпионат Оуэна. И Ривалдо идет сам. На моем секундомере. Толкает на трибуне. Стандарты. Пока не получается. Подача. Явлены. 4 минуты, опасно, не забить. Сначала нужно забить в основное время. Головой играет высокий Фердинанд. Закончилось время, еще не все потеряно. Нет, потеряно все. Гал Турция. Две другие полуфинальные. Hello everyone. Mega Battle. This is my channel. And now we are going in Creator Studio. Mega battle. And now I show you we are editing and recording videos. This is Steam. And here we have Garry's Mod play. And now we are playing Garry's Mod.